Республиканский турнир по фехтованию сярод юнаков и девчат памяти героев обороны Брестской крепости черговый раз стартовал у Бресте. За боротьбой юных майстров шпаги, рапиры и шабли сочили наши корреспонденты. Свыше 200 юных д'артаньянов приехали в Брест для удзелу у республиканском турнире памяти героев обороны Брестской крепости. Спаборницы уже имеют давние традиции и проводятся больше за 30 годов. Турнир отборочный до удзелу у першинстве Европы и свету сярод кадетов. Усе удельники – претенденты на завоевание путевок. Сярод их выхованцы Брестской школы фехтования Дарья Калинина и Владислав Шаймарданов, которые, не глядя на свой взрост, у этом виде спорта уже по 9 годов. Привлекло меня то, что это культурный вид спорта и что им немногие занимаются. О нем я узнала вообще лет 8. То есть с 8 лет я хожу на этот вид спорта. Он развивает мышление, быстроту мыслей. Побывал на отборах чемпионата мира и чемпионата Европы. Брестская школа фехтования сегодня на лидирующих позициях у республики. Коля 30% сборной команды Беларуси по этому виду спорта складаются с выхованцев нашего региона. Подготовка идет целенаправленная. Мы занимаем ведущие позиции в республике. И тренера работают, готовят спортсменов. У нас есть на сегодняшний день уже 4 кандидата на участие в первенстве мира в 2016 году. А еще можно с полной уверенностью говорить, что на сегодня для развития фехтования у Бресте створены одни из самых сприяльных умов у Беларуси. И коли есть база, то и желающих заниматься этим видом спорта становится все больше. Переможцы турниру у разных дисциплинах будут вызначены у субботу. Юрий Печур, Александр Сивицкий, областные новини, Брест.